Дорогие друзья, я дико извиняюсь, но больше Майнкрафта не будет, потому что я снимал, как ни в чем не было, там материала было на 3 часа, и у меня возникла какая-то ошибка критическая, у меня Майнкрафт закрылся и запись оборвалась, и ни черта не сохранилась, вот могу доказать вам. Смотрите, вот я открываю, сейчас, подождите. Вот я открываю, к примеру, уведомление. 2 минуты назад был ролик. Вот, 2 минуты назад видео. Сейчас я открою его. А, вот оно. И вот это видео, это я снимал тогда. Вот это видео, я открываю его просто. Ну. Мне не удается воспроизвести, невозможно воспроизвести файл, возможно, формат этого файла не найден, поддерживает. Короче, почему-то ошибка произошла, и больше Майнкрафта не будет, потому что тот мир, ну как тот мир, я там сдох, короче, из-за этого, потому что у меня Майнкрафт закрылся, я сражался с Эндер-драконом, и меня просто, ну, выкинуло в небо куда-то. И у меня крашнулся Майнкрафт из-за этого, походу. А я мог ведром воды просто засейвиться. Извиняюсь.